всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео дневник день за днем. День у нас сегодня 31 мая 2014 года, день недели у нас суббота. Время сейчас 20:47, я нахожусь в Чертаново. Это у нас, соответственно, стой, Чертановский пруд. Да, что я тут делаю? В общем, созвонился я с Таней, с которой познакомился еще неделю назад. Ну, в общем, решили с ней покататься вечерочком. Сейчас, в общем, здесь пересекаемся на Чертаново и куда-нибудь двинемся дальше. Такие дела, в общем, поехали.
время уже около 11, уже дома, хорошо покатались с Таней, но правда мало. Я обычно привык на более такие большие дистанции ездить. Нормально, в принципе, полтора часика, самый ништяк. Вот, в принципе, чем занимался днем. А, уже когда приехал, успел еще в Ашан сходить за очередной дозой. Выходные же, да? Почему бы не расслабиться? Итак, чем занимался днем? Смешание с соседом, съездили, значит, на этот храм Христа Спасителя. За 5 лет, представляете, там первый раз побывал. Ну, в общем, такое красивое сооружение. Потом съездили на Красную площадь, зашли в охотный ряд, там приобрели себе некоторые вещи. Ну, не особо значимые такие. Ну, и, соответственно, пришли домой. Пока домой шли, еще затоварились пивком. На Коньковском пруде с окунями его выпили, сушеными окунями. Вот, ну, а потом, соответственно, мы пересеклись с Таней и это, катались. Как бы так день сегодняшний не прошел, на этом все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание, катайтесь на великах, занимайтесь спортом, не пейте всякие отвертки, хотя нет, пейте, занимайтесь спортом и пейте, и все будет в ажуре. Аривидерчи. Всем привет, меня зовут Ярмоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 20 сентября 2014 года, день недели пятница, поздравляю всех с пятницей. Время сейчас около 7 часов вечера, где-то около часа назад пришел домой. И как бы узнал хорошую новость сегодня, моя абиссинская кошка Фиса, которая сейчас проживает в Калмыкии, у мамы, да, на воспитании, сегодня родила котят. Родила 4 очаровательных котят, 2 мальчика и 2, скорее всего, девочки, да. Ну, неизвестно, матушка еще не проверяла, родила она их в обед, когда матушка пришла на обед с работы. Сфотографировала, соответственно, мне выслала. В конце видео смотрите фотки. Котята были только-только рождены. Один из них даже еще не высох, мокрый был. Поэтому фотки получились еще не самые хорошие. Сейчас вечером, когда созванивались с ней, с матушкой, котята уже были сухие, уже поевшие, полные животики были. Стоп, поехали дальше. Это люди проходили просто, чтобы их не смущать. Убрал камеру, соответственно. Так вот, вечером уже котята были сухие, уже были облизанные все, уже поевшие были, животы полные. И матушка говорит, что они стали в 100 раз лучше, в 100 раз красивее. Ну, она завтра их сфотографирует мне в хорошем качестве. При хорошем освещении, в общем, все как полагается. Сегодня самые-самые первые фотографии будут. Вот, что хочу сказать. Котят 4, так как папа у них не породистый, а обычный дворовый кот, черный. Кстати, ну а мама Фиса у нас породистая, абиссинская чистокровная кошка. Мы их будем, значит, раздавать. Ну, раздавать будем за символическую там плату, да, не так, как она стоит там. Вот мы покупали кошку, я покупал эту кошку год назад за 15 тысяч, да, кошка. Вот, соответственно, по такой цене мы их продавать не будем. Я не знаю, там может быть, ну, 1000, если, ну, рублей 500 тысяч, не знаю, там, как получится. Так вот, что хочу сказать, котят 4, уже можно бронировать котят, ну, как бы, кто живет на юге, там, я знаю, Калмыкия, Ставропольский край, да, там, Ростовская область от нас недалеко, там тоже 20 километров, в общем, кто живет недалеко от приютного, кто смотрит мой канал, отписывайтесь, уже можно бронировать, я думаю, ну, в общем, как пойдет, так пойдет, на этом с вами прощаюсь, смотрим фотографии, всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание, аривидерчи. Всем привет, снова я. Сегодня у нас 11 ноября 2012 года, воскресенье, последний выходной день. Вот, что, значит, сегодня интересного произошло. Съездил на старую, на свою бывшую работу, копипринт, значит, там напечатал огромную фотографию, ну, не прям огромную, конечно, 50 на 70, там же купил рамочку и вставил ее туда. Это будет подарок деду. Первоначально хотел, конечно, черного коня, где он там один, но в итоге выбрал все-таки двух скачек.
скачущих кобыл. Да, они такие позитивные больше. Там небо поярче, цветочки, зелененькое все. Ну, радует глаз вроде. И поэтому решил их. Что, ну, упаковал их, конечно, основательно так. Вот, думаю, деду понравится, на самом деле. Таня купила сегодня, значит, у нас билеты с Элисты на Москву. На 19-е, по-моему, число. Вот, значит, еще что? Как уже было сказано, Таня ездила сегодня на теплый стан. За билетиками. На обратном пути она заехала до Ленки. Чего там обсуждали с ней? Меня они там обсуждали. Думаю, что у меня уши горят. Что ты ешь много. Что я ем много, да. И вкусно. Вот, потом, значит, она заехала в Ашан, которая на Беляева. Сразу сказала, что это отстойный Ашан. Ну, я ей верю, на самом деле. Не было того, чего надо. Потом она благополучно вернулась домой. Доползла. Вот, ну и что? Я, значит, когда приехал с копипринта, начал воевать. В очках-то. А-а-а, точняк. Я же сегодня очки купил, наконец-то. Еще раз так положишь, я тебе в лоб дам, ясно? Да нормально я их положу, что ты хочешь. Оденьте. Я держу, ну, разверни их, я так одену. Да, сейчас я похвастаюсь своими новыми очечками, челами. О, вот это я, да, видите как. Не носил очки со времен армии. Последний раз их одел, наверное, в 2008 году. Прошло уже, соответственно, 5 лет. Вот. Еще раз оставь так. Аккуратно. Твоя придурочная кошка, если что, их раздолбает. Качки, конечно, в копеечку вышли, там, больше 20 тысяч. Но это секрет, никто об этом не знает. Чего? Что очки стоят 20 тысяч, даже нет. Больше. 22 тысячи. А кто это секрет? От кого это секрет? По-моему, это уже все знают. Секрет. Так, ну, в принципе, может, ты дверь закроешь, да? Нет, я жду ванну. В общем, на это все, на этом. Всем пока. Аривидерчи.